Сегодня у Зарёны очень ответственное мероприятие. У нас сегодня будет стрижка. Зарочка, что прям так не хочется, матрёшь? То чувство, то состояние, когда стрижка неизбежна. Нужно наводить красоту, но очень не хочется. И вот мы в ожидании стрижки. Уж очень переживаем. Ох, как нам не хочется стричься. Кто бы только знал, куда бы спрятаться, чтоб только не подстригаться, чтоб только не наводить красоту. Ты совсем на меня не будешь смотреть? Эй, красота. Зарёш. Ой, переживаний сколько. Опять стесняться будем. Да, Зар? Ну вот. Мы после стрижки выпрашиваем лакомство. А лакомство-то не положено. Сейчас пойдем купаться. Блинов посмотрите выпрашиваем. Смотри, ты весишь, как бегемот. Да, пока пальцы у тебя. Нет, мы не едим. Зарёш, все, мы накупались, мы намылись. Мы такие чистые, красивые. Да, мы такие красивые, чистые девочки. Да, накупались, намылись. Да, вот такие мы красивые. Красивые, чистые девочки. Ой, какая красота. Да, как мы радуемся. Да. Что такое? Ты жалуешься? Да. Коротко подстригли? Ничего. Мы быстро обрастем. Место, малыш. Вот и хорошо. Все. Давай, сиди, сохни. А как высохнешь, так пойдем гулять. Пока гулять нельзя, ты еще мокрая. Нужно высохнуть. Стрижка не короткая, не обманывай. Зато теперь уши не будут в каше у нас всегда. Да, то у нас уши постоянно в каше, теперь не будут. Все отлично, все хорошо. Высохнешь, пойдем гулять. Да? Что ж такое-то? Да ладно тебе. Да правда, что ли? Не жалуйся, все хорошо. Вот нам грустно. Петя уехал на работу, а мы остались дома. Ну и куда ты спряталась? Матрёна. Вот она. Да. Ну вот. Очень хочется гулять, но на улицу пока нельзя. Нужно, чтобы шерстка просохла хорошенько. Ну, смотри, какая красота. Да ладно тебе. Ничего подобного. Сказки не рассказывай. Подстригли не коротко? Нет. Совсем не коротко. А то сейчас все колючки на улице твои были бы. А теперь нет. Да, на улицу пока не пойдем. Оладьи мы тоже есть не будем. Нет, оладьи мы есть не будем. Гулять не идем, оладьи не едим. Вот такое, ребята, у нас чудо. Русская охотничья спаниель баронесса Чезаро. Ну, это по документам. А в семье она Матрёшка, Зарёшка, Зарёна Матрёна.
Да. Какие мы красивые, чистые, со стрижкой. Да. Очень красивые. Да, наша Зара чистая, красивая. Это она жалуется, что короткая стрижка. Нет, на улицу пока нельзя. Да. Ах, и как же нам не стыдно, буржуйчик на диван забрался. Пока мы наводили красоту, буржуй по-тихому оккупировал диван. Обычно мы не разрешаем ему ложиться на диван, потому что у него есть свое место на подоконнике. Но сейчас, пока мы были заняты, он наглым образом залез на диван. Вот так вот. Мы спать хотим. Ну, теперь можно и гулять смело. Где ты есть, Зар? Матрёш? Зара? Вот она, Зара. Все, красоту навели. Ты что, важничаешь теперь? Мы накупались, высохли. Теперь мы такие все красивые, чистые. Можем играть с нашим любимым огурцом. Зара, где огурец? Давай мне огурец. Вот такие у нас игры с огурцом. Вот такая у нас сегодня погода. Ни жарко, ни холодно. Солнышко сквозь тучи. Заре красоту навели. Подстригли, помыли. К осени готовы. Ну, а теперь пришло время стричь газон. Друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего самого доброго. Пока-пока.